Приветствую вас. Совершенно очевидно, что избавляться вам от ваших страхов не нужно, потому как за ними кроются вполне себе важные, вполне себе естественные потребности, естественные желания, естественные сомнения в себе. Вот, такие, как, например, стыд, вот, по той или иной причине, стыд чего-то в себе, ну, себе самой, вот, и как бы идея в том, чтобы вы смогли определить, чего именно, например, вы стыдитесь, вот, для себя, вот. Чего именно вы опасаетесь, вот. Вот это можно поисследовать, это можно поопределять, вот. И дальше уже значит, работать, вот. Так что тут в целом именно, ну именно такая история, именно вот такой момент. На мой взгляд. То есть не бойтесь, не нужно бояться, вот. Обращаться, значит, за помощью не нужно бояться обращаться, чтобы вам помогли, вот. И, в общем, я думаю, что вам обязательно помогут, я думаю, вам обязательно помогут решить ваши проблемы. Но сначала надо понять, почему вам кажется, то есть вот, не обесценивать то, что вам кажется, да, именно вот не обесценивать, а попытаться понять, что именно вам кажется и почему, то есть чего вы боитесь, как бы. Вот. Это, мне кажется, куда более такой важный аспект, чем, например, то, что вы собираетесь, там, допустим, лечить свое состояние, да, вот, и пытаться от него избавиться. Вот, это не решает вашу базовую проблему, проблему какого-то вот конфликта внутри вас самой, вот. Так что идея примерно в этом, идея примерно такая, и я надеюсь только лишь на то, что вы найдете время, возможность для того, чтобы обратиться за помощью и решить
те проблемы, которые у вас имеют место быть. Я так вот думаю, пока что, что возможно, возможно, речь идет о помощи вам в контексте многонациональности, чтобы вы постарались переформировать свои мысли, вот, которые у вас сейчас есть, и постарались бы изменить к ним какое-то вот свое отношение, которое сейчас на данный момент у вас присутствует. Вот. Такой вот ответ я могу вам дать. Я надеюсь, что это было полезно. Обращайтесь. Буду рад помочь. А если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку. В качестве лучшего я вам желаю всего самого доброго и удачи.